Всем привет! У тебя, значит, есть сомнения, да, по поводу сохранилась карта или нет. А жалко, было весело и даже как-то неожиданно в конце. Ну что, что у нас с людьми? У нас в нашей команде играешь ты и я, против нас играет Александр и другие ребята. Ну, можно попробовать, в принципе, сыгрануть. Сразу меня вздрючили. Флаг наш утащили уже счет 1-4. Как бы так уже даже так. А, подожди, в чью пользу? Фиг поймешь. В общем, в чью бы пользу не было. Если мы выиграем, хорошо, проигрываем, это уже хуже. Ты меня спутал. Ой. Взял вражеский флаг. Да его добьешь, пожалуй, ага. Как же. Бум. Бум-бум, и меня нет. Взяла. Нет, меня уже не стало, к сожалению, в виде танка. А! Он сейчас заберет, реально заберет, потому что он съел аптеку. И он очень близко. Есть, 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 взяли. Ну куда ж ты так торопишься? Давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас отнимут, отнимут, отнимут. Все, забрали. Это все у меня на глазах произошла эта трагедия. Забрали наш флаг и вернули свой. Вернули, да. Поэтому, ну что ему пылесосить, если он лежит уже кверх ногами, ребят? Ну, ну не тратьте время, не тратьте силы, если он уже перевернулся, он уже явно никуда не убежит. Ты привык на таких бронетранспортерах. 3-4. Реально мы можем опять сейчас проиграть. Саша доставил наш флаг. Аптека. Она сейчас так украшена, аптека, в виде такого... Потому что было неинтересно. А ты спотыкаешься. Втыкаешься то в деревья, то у меня. А где вы вообще есть? Вот я же говорю, карта такая обширная, что можно реально... заблудиться. Я спутала. Я спутала, что и глуплю нашего синего. А, елки-палки, блин, я стормознула, ребята. Зато я спасла тебе жизнь, видишь, я... Стало в нет. Зато, а у тебя там есть помощники, я слышу. А я же ты сказала, флаг держите, я же тебя прикрыла почти своей широкой грудью. В тигре или в леопарде, в чем я там? Да беги уже быстрее, где ты там, господи, вот он ты, давай уже. Я. 5-4.
у нас в обороне никого не стоит. Вот я сейчас была у них на базе. У них очень хорошо расположены танки. Реально забрать флаг проблематично. А у нас, пожалуйста, приходи, бери. Что-что, может быть, я тебя плохо слышно, где-то пропадаешь. Ничего себе. Я отбила наш флаг. Я тут одна стою вообще и вот это пытаюсь как-то... Нет, тут еще кто-то за домиками прячется. Я не могу рассмотреть ник. Ну, взял и взял. О боже, сейчас ко мне тут едут рельса. И мне уже реально страшно. Здравствуй, дружок. Все, все, флаг, 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 заберите, заберите, пожалуйста. А, все, забрали. Смотрите, у нас... А, может, в принципе, у нас рельса тут бежала за флагом, но... А, нет, есть на месте флаг наш. Повернись, ты горе луково! Я, блин, охренею. Жиздец, их просто трое. Все, жопинс мне настал. Все, ребята, я все, 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 что могу, я делаю, но это же нереально. Их тут нападает просто... Прикрой, чем могу. Я могу только укрыть. Ну, мы справились с поставленной задачей. Отбили этого... Время забывала, как его там, пингвина. Снеговика, вот. Вон он, вон он, вон он, вон. Я попытаюсь сейчас ему помочь. А, нет, не попытаюсь, меня уже сняли. У нас... Я не знаю, я совсем в другой стороне. И где реально сейчас находится наш флаг, мне тоже неизвестно. Ай, меня рельса, спасибо. Я так бежала, так старалась, а рельса меня сделала. Уху, я на первом месте снизу. Сражаюсь как могу и так фигово. Флаг наш где-то в руках врага. Возле елки я бегу. Я бегу, я вижу, 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 вижу. Ай-яй-яй, вернули? Да его добьешь, ага, эту рельсу. А, там, да, там. Пиу. Он мне добровольно отдал. Да. Возвращен вражеский флаг. Вот у нас опять возле снеговика вообще никого. Флаг наш забрали. Я бегу, 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 бегу. Возвратил вражеский флаг. Японский городовой. Да, толку мне, я с правой совершенно с другой. Да. Ребята, соберитесь, пожалуйста. Давайте как-то начнем играть.
Вон он, я его вижу. А, ура! Нет, я вернула флаг. У меня тоже снесли. Ага, их флаг находится за домиками, они его не спешат возвращать. Но он сейчас сам автоматически вернется. Ого. О, видишь, хоть кто-то стал теперь в защите. Или, во всяком случае, сделал вид, что он стоял тут. О, флаг возвратили. Вернее, автоматически был возвращен на место. Короче, сейчас у меня опять закончится жизнь. Конечно, возьмут, уже даже взяли и убегают. А в другую сторону, господи, развернись-то! Вернули. Как-то я беспорядочно езжу туда-сюда. О, бегут с той стороны, у меня очень мало жизни. Да, он внизу возле нашего флага, чуть примороженный. Нет, он не добежит, уже у него жизни закончились. Да. Счет 6-5, 10 минут до конца. В принципе, еще очень много времени для того, чтобы можно было что-то сделать с этой игрой. Либо нас нагнуть, либо выиграть у противника. Что-то все как-то побежали в разные стороны возле этой елки. Вот раньше было понятно, да? Как-то проще. Ого, здесь у них ничего себе. Очень много народу стоит в защите. Они фактически все в защите. И там они еще мин накидали. В общем... Одному не прорваться, явно. Зато к нам заходи, пожалуйста. Нас все атакующие. Возле елки катаюсь. Ну, я докатываюсь до вот тут вот, до места назначения. Ай, я не успела, не успела. Их там очень много. О, я вижу, как тигр пошел в бой. Но ты все равно ничего не смог сделать против троих игроков. Молодцы, молодцы, очень хорошо стоят. Защита у них хорошая. Вот если бы еще у них был человечек, который... таскал флаг, то они бы уже давным-давно вас сделали. Очень давным-давно. Вижу, вижу, я пытаюсь ему помочь, но меня уже тоже сделали. В общем, короче, он не донес. Не смог. Не дали, не смог, в общем. Как-то не сложилось в этот раз. За какой будочкой, я что-то не пойму. Еще бы знать, за какой будочкой ты, было бы вообще супер. Давай, 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 беги, беги, дурачок, в другую сторону. Ах ты. Ну, малость запутались тут, куда бежать, и поэтому все привело к тому, что флаг был потерян.
возможно, потому что время уже достаточно не детское. Поиграть. Вперед! Это мое. Спасибо. Тюк. Быстрее, быстрее, уходите, быстрее, ну прикройте. Да бросила, 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 бросила. Да уж, конечно, вези его. Это все из-за тебя. Ты вот это, надо было хотя бы броник одеть или еще что-то. И у нас уперли флаг. Я вижу, куда он побежал. У нас какое-то такое мистическое место, елка, там постоянно все встречаются и стыкаются носами. Ну молодцы, молодцы. 6 минут до конца. А кто вообще выигрывает? Ух. Я тебе скажу, что в той команде еще и количество игроков в 2 раза меньше, чем у нас. И это нам должно быть на руку, но мы все равно тупим и проигрываем. Потому что мы тупики. Потому что мы тупики. Смотря кого, меня уже убили. А мы задавим их массой. Взял наш флаг. И куда он его понес? Реально, он сейчас может сделать нам очень-очень плохую каку. Я тоже не вижу его. А, вот он, прям передо мной! Да, конечно! Тупики пропустят флаг. Эх, закончился пылесос у меня. Но ничего, зато историческую свою роль я сделала. Я вернула этого пингвина на место. Потому что надо идти толпой. Вот идем, если, то надо подождать и идти. Пока доедешь, блин, до этой толпы, так уже и рак на горе свистнет. Давай, это ты тут. Я за тобой. Бери. И убегай. Убегай, убегай. Не убежал, не добежал. А! И я тоже тебе не смогла помочь. Наша команда. Ого. Да, конечно, никого. Он один меня просто... Брус 999 взял наш флаг. И я тоже не знаю, я за тобой иду. Меня, да, меня не пощадили. Казнили. Я не вижу вообще. Доставили наш флаг 7-5.
Опять взял наш флаг. Я так понимаю, что у нас уже ребята опустили руки. Не складушка. Раскладушка, не складушка. Hello, друзья. Чух. А, грохает меня конкретно. Мне даже не помогает вот эта вот аптечка или что это там, гаечный ключик этот. Бесполезно просто в тупую. Восемь пять, позорище. Вообще позорище неимоверное. Пипец. Да что ж такое? О, у них тут. Ой, наконец настал тот час. Я отвлеклась немного. Всем спасибо, что мы возобновили свои игры. Было приятно увидеть старых друзей и вспомнить, как это играется. Всем огромное спасибо, что помните о нас и что хотите с нами играть. Жик-жик. Жик-жик. Боже, на последних секундах. До конца игры 4, 3, 2, 1. Последние секунды. Дотащи, не дотащил. Я даже тебя выиграл. Ха-ха-ха. Вот так вот. Всем пока-пока, спасибо.